Четверть стоимости авто в подарок. Это не сон, а новая программа субсидирования автокредитов для жителей Дальнего Востока. Остальным регионам не так повезло. Для них скидка не превышает 10%. А все потому, что наш регион ключевой. Ведь именно на Дальнем Востоке отечественный автопром все еще проигрывает в массовости японскому. По условиям кредитования автомобиль должен быть новым, собранным в России. Его предельная стоимость – 1 450 000 рублей, вес не больше 3,5 тонн. Под эти параметры попадают некоторые модели таких производителей, как Chevrolet, Toyota, Kia, Nissan, Hyundai и ряда других. Полный список можно посмотреть на сайте Минпромторга. Прекрасная комплектация. Мне подходит. Чтобы оформить льготный автокредит и приобрести, например, вот такого красавца, достаточно двух документов. Это водительское удостоверение и паспорт. Ну и, конечно же, наличие первоначального взноса. Внести нужно минимум 20% от стоимости авто. Срок кредитования – 5 лет. И главное, это должен быть ваш первый автомобиль. Также льготное автокредитование рассчитано на семьи, где есть минимум 2 ребенка. В этом случае наличие автомобилей в прошлом не имеет значения. Как правило, клиент определяется, потому что там же происходит, понимаете, как финансирование. Клиенту же не выдаются эти деньги на руки, да, они не перечисляются на его расчетный счет. То есть эти деньги идут сразу с банка на счет дилера, да, вот. И после того, когда проводится сделка, где-то в течение примерно месяца Минпромторг делает возмещение. То есть клиент этих денег и не видит. Но на наш взгляд, лучше определиться сразу. Программа дает свои плоды. Каждый год количество выданных автокредитов растет на 30%. В Приморье тенденция похожая. За всю историю работы нашей компании количество кредитных сделок у нас составляло от 20 до 30% в зависимости от месяца, от сезона. Но в последнее время количество кредитных сделок увеличилось оно процентов на 10. И если брать июль месяц, то в июле оно у нас достигло 50%. Это связано напрямую с поддержкой государства и привлекла эта программа нам новых клиентов. Власти считают, что до конца этого года по программе льготного автокредитования будет куплено как минимум 45 тысяч автомобилей. Из них почти 6 тысяч на Дальнем Востоке. Эксперты уверены, что задача вполне выполнимая, потому что модельный ряд достойный. Чаще всего Nissan Tirana, ну и Qashqai тоже любят. Потому что в данном сегменте конкурентов у Nissan Tirana практически нет. То есть в такую стоимость и с такими характеристиками, то есть это полноприводный внедорожник, компактный внедорожник. В принципе, таких предложений на рынке больше нет. И учитывая выгоду по государственной программе, стоимость автомобиля выходит даже дешевле, чем если брать автомобиль с пробегом. Заметим, что каждый банк имеет право сам устанавливать процентную ставку по автокредиту в том размере, в котором посчитает нужным. В среднем от 9 до 13% годовых. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.